То есть в дежурную часть поступило сообщение, что собака породы алабай, взрослая, ведет себя агрессивно, кидается на хозяев, задрала собаку. У них была маленькая собака, вот она ее задрала. То есть, выехав с дежурной смены участковых по данному адресу, нас встретила на улице хозяйка, которая пояснила, что у нее находится алабай, что они начали заходить или выходить из дома, она сорвалась с цепи. После чего мы вызвали сотрудников полиции. Ребята, спасибо огромное за помощь, то, что они быстро среагировали, то есть помогли. Сотрудники не могли даже в дом зайти, в пристройку. Мы их с зала запускали. То есть они пристрелили его. Так бы он бы и меня бы, блин. Я бы уже, наверное, не вылезла бы из подвонных лап. Хотя хозяева уверяли, что собака адекватная, но получилось вот так вот.